Сокращение очереди в детские сады. В администрации прошло внеочередное совещание Совета депутатов. На повестке дня изменения в бюджете. В 2013 году в Химках планируется строительство нескольких дошкольных учреждений. Решить вопрос с их финансированием необходимо до наступления Нового года. Внести в бюджет 2013 года корректировки в части увеличения доходов на 239 миллионов рублей и, соответственно, определение целевой статьи на расходование этих средств в размере тех же 239 миллионов рублей на строительство детских дошкольных образовательных учреждений. Дефицита не будет. Все средства планируется получить от инвестиционных, а не налоговых доходов. На остальных обязательствах бюджета изменения также не скажутся.